Происходит с неправильным обращением с самыми обычными предметами бытовыми, ножами, вилками, электроприборами, бытовой химией. И при получении травмы главное не терять голову. Обработайте порез любым антисептиком или просто промойте водой с мылом, затем наложите повязку или пластырь. В случае венозного кровотечения необходимо наложить давящую повязку, под которую на рану накладывается тугой марлевый тампон. После остановки кровотечения легкие порезы можно лечить специальными заживляющими мазями. С большими порезами лучше обратиться к врачу. Пронаблюдайте за поврежденным местом в течение 7 дней. Если боль не утихает, отек не спадает, проявляется нагноение и повышается температура тела, то следует обратиться к врачу. Помните, что даже не сильные ушибы могут скрывать в себе переломы и трещины в кости, особенно у пожилых людей. Ситуация может произойти при неисправной плите или газовой колонке в сельских же домах, при плохо работающей дровяной печи или плите. Если утечка бытового газа сразу чувствуется по характерному запаху, то угарный газ запаха не имеет и накапливается в помещении незаметно. Головокружение, головная боль, нарушение координации движений, потеря сознания. В таких случаях пострадавшего нужно как можно быстрее убрать из опасной зоны, вывести на свежий воздух, проветрить помещение. Если симптомы не проходят быстро, вызовите скорую помощь. Электрическим током. Прежде всего надо убрать источник тока от себя, например, отключить прибор от сети, либо отбросить в сторону провод. Не попадите под напряжение сами. Если пострадавший не потерял сознание, то нужно положить его на кровать и дать сладкое питье. Если же удар током вызвал обморочное состояние, то срочно нужно вызвать скорую помощь и пытаться привести пострадавшего в чувство, отслеживать сердцебиение и дыхание. We'll be right back.
опасны не только сами по себе, но и последствия неправильно оказанной первой помощи. Помните, что грамотные действия могут спасти жизнь близкого человека.